семейству пеликанов относятся 8 видов очень крупных околоводных птиц. Несмотря на то, что они кажутся неуклюжими, пеликаны – хорошие летуны. Часто они подолгу парят в воздухе, планируя на своих огромных крыльях. Распространены пеликаны в странах с теплым и тропическим климатом, там, где есть подходящие места для рыбной ловли и гнездования. Это мелководные морские побережья, дельты и разливы рек, крупные озера с мелководьем. В таких местах пеликаны гнездятся обычно крупными колониями. Самка пеликана откладывает 2-3 яйца и насиживает их около месяца. Птенцы вылупляются слепыми, голыми и беспомощными, и лишь через 1,5 недели одеваются пухом.